Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин, и сегодня мы поиграем в BeamNG. Как вы видите, новые машины, новые трассы, так что сегодня будет веселенькая серия, и, собственно, я думаю, что она будет веселенькой, потому что мы будем кататься по пустыне, во-вторых, мы будем кататься на советских машинах, а в-третьих, почему он так подъехал, кстати? А, там горочка, я его поставил, думаю, нормально, а он ненормально. Так, восстанавливаем. Так, включаем. Бот, давай. Сейчас, интересно... Ух ты, блин, опасный, надо сва... Ну, отлично, спасибо за удар в водительскую дверь. Давайте попытаемся от него сва... По-моему, кстати, с колесом проблемы уже, ну ладно. А, он прилип, что ли, ко мне? Чувак, не прилипай. Можно задний ход выключить? Ладно. Попытка номер два. Давай, попробуй. Куда там поехал? Он на заправку приехал, ну ладно. Так, разворачиваемся. Нет! Ух ты, отлично, дерби, кстати. Это похоже больше на... Даже не знаю, на что. Все, не объедет он. Почему они все такие... Отлично, появился. Чувак, давай, осторожно. Ух ты, вот это сейчас было в миллиметре, потому что я думаю, я останусь без заднего бампера. Он отлично трахнулся своей же водительской стороной. Ну давай, чувак, покажи мне. Если ты будешь так ехать, это ничем хорошим не кончится, чувак. Давай ты газульку дашь немножечко. Давай, попытайся догнать, а я пока изучу трассу. Итак, пустыня. Чего, развернуло? Не, он пьяный, походу, понятно все с ним. Пятнашка по пустыне, кстати, довольно-таки неплохо, потому что на самом деле, очень даже бывает такое. Кстати, у меня есть идея тут лобовуху устроить как раз. Давайте, стоп. Кстати, где этот? Во-первых, мы сломали подвеску, а вон где? Что... Ну-ка, что у него? Что-то все сделал. Не так заниженный весь, а, ну понятно, просто сложил морду. Так, короче, смотрите, давайте сделаем вот как. Ставим его здесь, точнее, эту, здесь вставляем. Пускай она вот сейчас как раз об эту заправку зло... Выключаем ботов. Здесь та машина не поехала, кстати, у меня. Хотя, в принципе, путь. Понятно. Там... Что с ней? А, просто припарковался в гараж. Так, ставим одну машину... Сейчас поставим двойку в одну сторону. Главное, чтобы ее не сносил. Но мы сейчас, наверное, поменяем ее на другую, потому что нам нужны нормальные такие машины управляемые, которые на которых ботов не будет заносить. Вот. Поэтому... Так. Аккуратненько. Ну как аккуратненько? В принципе, не... Кстати, это был сейчас трюк, потому что дверь-то перелетела, сама машина. Ну ладно. Так. Что-нибудь надо такое более... Хотя, в принципе, наверное, я поеду на вот то, что сейчас возьму. А, так, Мерс. 123-й Мерс, это сейчас будет нормально, кстати. Против 15-й. Мне его жалко сейчас будет, правда, ну ладно. Так, ставим его тогда вот здесь. Так как поеду на нем я. Блин, а что он такой бешеный-то? Так, все. Здесь устанавливаем. О, все как надо. Единственное, что бот будет другой стороной, да? Ну-ка, восстановить бот. Ну-ка, давайте просто попробуем ради теста. Так, прям. Так, включаем их. Поехали. Сейчас будет опасно, потому что здесь не совсем прямая и не совсем ровная, поэтому сейчас что-то будет интересно, мне кажется. Так, тот, небось, поехал как-нибудь через срезы. А вот и он. Ой-ой-ой-ой-ой! Пустыня, она беспощадна. Кстати, что-то Мерс какой-то из фольги сделанный немножко. Хотя я понимаю все, но... Или 15-е слишком слабо сложилось. Но это, конечно, жестко. Я понимаю, Мерс старый, но, по-моему, он все-таки должен быть покрепче, нежели такое. А 15-ка что-то вообще слишком даже тоже. Мягко. Короче, я думал, что больше ее погнет. Думал, капотное пространство вообще не останется. Ну ладно. Так, что, попытка номер 2. Итак... Так как он едет немножко по песку, срезая, это опасно. Хотя он сейчас развернулся, фиг знает, как он поедет на самом деле, поэтому сейчас мы его словим где-нибудь за бугром. Где он? А, он сейчас заправку резался, все. Вот да. Ну ладно, мы такие на заправку. Как залетают на заправку? Почти поместился, кстати. А, ну да. Чувак решил не париться, кстати. А мы эффектно приехали на заправку. Ну ладно. Чувак, давай я лучше с тобой буду управлять. Так, попробуем теперь на пятнашке. Ух ты! Что-то как-то низковато сижу я.
Ладно. Так, а мэр поедет у нас как? Это он? Это он! Ух ты! Вот это сейчас было нормально. В танцы загружились. Прямая слишком маленькая, вот что. Единственный минус. Но ничего, все равно можно развлечься. Тем более можно пятнашку поставить вон туда сзади. Немножко будет побольше расстояние. Вот. Ну, кстати, пока по крепости выигрывает пятнашка. Вот. А вот опять наш. А, она еще. Вот смотрите. А, ну и пропорции автомобилей-то разные, я только сейчас заметил. Да. Дело в том, что еще пропорции. Смотрите, просто 15, насколько больше Мерса. Стоп, темнеет. По-моему, реально темнеет, кстати. Или мне кажется. Вот потемнело. Это опасно, кстати, может быть. Так, попробуем мы сейчас Мерс. Этот. С вами. Это он? Он опять. Он что-то шалит. А-а-а! Че, реально солнце садится? И меня глючит. Так, давайте мы. Ну да, темнеет, реально. Мэрс куда-то поехал, давайте за ним поедем, короче, проще по пустыне. Отлично, солнце жопу светит сейчас. 15. Ну да, вон стемнело, нормально так. Че проблемы-то? Че оно дымит? Дымит? Ну! А, гуляешь тут? Вон он там катается. Так, ну ладно, так как стемнело, посмотрим еще на какую-нибудь другую трассу новую. И ничего себе, так мрак сразу. Неожиданно. Я не сдержался и решил поехать немножко на спуск. Во-первых, Nissan Skyline R33. Который, кстати, почему-то очень медленный. Вот серьезно. Ну вот он реально что-то ни о чем. Он только с горки еле едет. Ну потому что я сейчас стартанул, он что-то еле-еле-еле-еле, и вот только с горочки попер. Кстати, ничего такое, шалончик, шалончик. Так, ну что, попробуем его красиво разбить, как в старые добрые времена. Так, я люблю миллиметрить и растягивать стекла, если вы помните старые серии. Сейчас был нормальный дрифт-топ, кстати. Давайте попробуем. Нет, на везение я не хочу, а вот... Нет! Или... Вот это сейчас было профессионально, между прочим. Это сейчас просто реально чистый дрифт. Чистый дрифт, кстати, нормально-то. Ну-ка еще раз попробуем рискнуть. Сейчас, по-моему, будет плохо. Или нет? Или... Нет! Вот, кстати, ну почти. Но зато что у нас... Чем это обойдется? Смотрите просто, что с задним колесом. Оно вывернулось с другой стороной. Итак, из-за такой ошибки я просто насадился на ветку. Попробуем еще. Немножко дрифта все-таки на разбавочку. Вон даже задний бимпер. Задний бимпер висит. Поэтому попробуем сейчас помиллиметрить. Вот, сделать kiss the wall, kiss the tree. Ну, дерево, да? Итак, близко. Нормально. О, веточка. Все нормально. Так, тут опасно сейчас будет. Угла дал, угла... Кстати, ничего такой уголок. Это уже какой-то арабский дрифт, кстати. Или я угла даю большого, ну ладно. Это уже за 90 градусов угол. Нет, а сейчас ошибка, походу, и... Да. Почти повторил свою прошлую ошибку, только еще, по-моему, более жестче и более точнее. И машину еще и перевернула. Я чувствую, сейчас все закончится. Мне жалко скайлайнчик-то. Еще раз. Третья попытка. Теперь лучшая просто. Лучшая попытка. Лучший дрифтер мира просто сейчас за рулем. И он не оглашает свое имя. Он остается анонимным. Анонимусом. Вот. Поэтому смотрите. Давайте посмотрим, как он будет дрифтить. Итак. Он проходит первый поворот. Да. По-моему, просто разбить машину захотел. Ну да ладно. Подпортил. Мы его починили, и четвертая попытка. Теперь у нас за рулем японский дрифтер. Японский анонимный дрифтер. Что-то не получается у меня дрифтить. Не получается. Поэтому давайте попробуем просто, так скажем, экстремальный дрифт. Вот, когда вот думаю, что вроде как ничего не получается, вроде как что-то как-то сейчас вот не получится, и в итоге рискуешь, и получается очень круто. Ну-ка, вот сейчас я так и буду действовать. Итак, вот думаю, вот сейчас я думаю, что я влечу. В итоге вроде близко. Так, ну сейчас, в принципе, тут терять нечего, говорю я сам себе и даю угла небольшого, да? Вроде неплохо. Смотрите, вот там было близко! Нет, а вот тут уже ошибка и... Ух ты! Я просто представил себя, вылетел насквозь, потому что это было вполне реально, просто... Мне повезло, там между двумя, по-моему, или тремя деревьями я проехал, а дальше уже
Была небольшая ошибка, ну ничего страшного. Так, последний разок. Сейчас вот просто вот это уже точно. Последний разок, по крайней мере, на этой трассе, на этой машине. И так, будем рисковать набирать скорость и делать красивый дрифт. Итак, это... Ну, угла-то я дал, только немножко далековато от деревьев, по-моему, поэтому набираем скорость и будем повторять сейчас. Итак, сейчас будет опасность, нет, слишком рано, но все равно можно... Опа, и вот это было вот нормально. Вот сейчас было по-арабски немножко, арабский дрифт, но все равно. Итак. Скорость немножко потеряли, ничего страшного. Так, близко к дереву, нормально. А там камни начинаются, ошибкинсон. Ой-ой-ой. Трассу не прибрали. Вот это вот неловко сейчас вышло. Что? О, во как. Эх, трассу забыли очистить от камней. Так, ну что, последний разок, да? Последний разок, и сейчас будет самый красивый дрифт просто. Самый красивый дрифт в исполнении Skyline R33. Yeah. Именно так. Итак, попробуем. Попробуем ближе. И газку, тормозку. Что с Я удлинил крышу. Это поможет нам больше дрифтовать. Так, больше дрифта. Ладно. Теперь точно последний раз, потому что все-таки, ну, как бы, вы понимаете, дрифт он дрифтом, но в меру нужно. Поэтому мы сейчас попробуем сделать самый эпичный дрифт. Самый эпичный дрифт, который был только на R33. Итак. Выбираем скорость, потому что нужно главное здесь это быть эффектным. Показать себя с хорошей стороны. И вот сейчас будет опасно, повезет ли мне. И да, и мне повезло. Я был близок к своей ошибке, которую я повторил два раза. Где-то 5 спусков назад. Но я все-таки справился. Итак. Давайте, ну-ка. Вот так. Осторожно. Вот так, нормально, чё, пройдём, всё прорвёт, всё нормально будет, давай, чё так. И опа, небольшая ошибка, и всё, машину переворачивает, нет. Да, неудачно. К сожалению, крыша об дерево. Ну что, переходим. Планету другую. А сейчас просто неожиданный переход на Groove Street. На Кадиллаке 49-го года, поэтому давайте порассекаем по Groove Street напоследок. Итак, допустим, я поеду от CJ, я хочу... Так, ну куда? Даже не знаю. Так, насколько она здесь... Насколько далеко она прора... То есть, проехавшись по прямой, мы уже... Колесо раз. Ну, в принципе, здесь ладно еще. Ну и там тоже что-то не... Ладно. Итак... Чё, подождите, наверное, надо поменять машину, потому что это 49-го года Кадиллак не подходит. Нам нужно что-то более такое большое. Скейтборд. Вот это по-грув-стритовски. Так. Поехали. Итак, я хочу сделать небольшой флип, как там, я не шарю в этом сленге. Какой-нибудь флип. Сделали. Отличный флип, я считаю, что он нам удался. Ладно. Давайте... О, X5. Старый добрый X5. Попробуем. Но. X5. О, старый X5. То, что нужно, кстати. Ага, беленький. Ну что? Итак, на время. На время просто попробуем. Допустим, я засек время, но я его не засекал. Поэтому... Ой, как неловко. Вот это вот, представляете, сейчас CJ выходит, а там вот такой вот звук. Бэм-бэм-бэм. Блин, там сок разлился апельсиновый, походу, внутри. Вот неудачно вышло. Смотрите, CJ купил себе X5, да? CJ купил X5 и решил прокатиться. Прокатиться до сладенького. Там опять сок разливается постоянно в машине. Так дело не пойдет. Поаккуратнее надо CJ быть соком. Итак, CJ, давай. Значит, он что-то вот повело, да? Вот повело. И он опять встает на... Ты не встает. Ух ты. Почему он такая грустная становится сразу? Я просто нижнюю часть, по-моему, убираю. Ну, это логично, потому что там бордюр как раз. Хочу, короче, выбраться куда-нибудь сюда. Ну-ка. Приехал домой, называется. Так, проверка подвесочки. О! Осторожно. Тут есть проезд вообще? Не хочу застревать. Нет! Ну это... А теперь представьте, вот просто, давайте представим, что... GTA в итоге на движке BMNG
Вот вы купили машину. Даже давайте GTA Online, да? GTA Online, вы купили машину. Просто, в которой там есть, не знаю, какая-то, ну, ее состояние, ее нужно чинить там, да, за деньги, все такое. Вот вы купили, решили проехаться там, кому-то, или машину кому-то дали. И вот вы проехались, вот. Одно неловкое движение, и что у вас с машиной? Ну, бампер-то ладно, а вот подвеска. И у вас машина постоянно рулит направо. А потом вы бац, она еще хуже стала рулиться. Потом бац, и бац, и вообще начинаете танцевать брейк-данс. И тут все, и машина сломалась. Нормально, в GTA, если бы была такая онлайновая, в смысле, если бы была GTA Online, допустим, та же, с физикой BMG, я думаю, что это было довольно эпично. Ну-ка, если вот, ну вот вы даже, или вот такой вот прикольчик. Это, конечно, было бы круто, потому что представьте просто, если бы еще и было много игроков на серваке, каждого была бы машина, и каждый бы устраивал какие-то аварии, и даже случайные аварии, вот вы едете там, не знаю, с кем-то. Да? И тут на перекрестке просто вот перед вами вот такое вот происходит, там что-нибудь, не знаю, вот чувак проносится там, ну это еще сейчас было некрасиво, или вот такое вот, там бампер отлетает, он бац, перед вами. Еще если бы звуковое сопровождение было. Эх, ладно, я думаю, что каждый мечтает такой GTA. Ну, согласитесь, что это было бы, конечно, круто, но с другой стороны, это бы, наверное, надоедало, потому что в такой игре, как... Даже не хочу спрашивать, что сейчас произошло, опять развился сок, и с колесом стало что-то не особо хорошее. И я считаю, что в GTA это все-таки не совсем уместно, потому что иначе это бы реально надоедало просто каждый раз. GTA это та игра, где рассчитано, что вы там на одной же тачке, допустим, выполните миссию. А вы начинаете выполнять миссию, и вот такая вот фигня происходит, и все. Ну даже нет, ладно, это проблемы с текстурами, там, да, допустим, сейчас бордюр так получилось. Но если даже, допустим, вот вы едете на миссию, да, вот, и просто вот едете... И вот затормозили, а тут уже и это, и все, и все. И надо менять машину сразу. Вот там берете новую, едете вроде на ней, потом бац, что-то загрязились, и, короче, это было бы, наверное, муторно немножко. Так что именно поэтому я считаю, что GTA не спешит делать реалистичную модель повреждений. Вот. Хотя можно сделать все в меру, но вот так это было бы, наверное, конечно, круто. GTA. Ну что, ребят, на этом серию я закончу. Я припарковался к домику. Довольно эпично, вот. Даже дверь открылась, чтобы я уже уходил. Ну что, всем спасибо за просмотр, всем удачи, ребят, и ждите новых серий. Всем пока.